Итак, господа, раз вы не смотрите YouTube-канал, где я вам все это в действительности объяснил, я вам сделаю просто материал для того, чтобы большее количество людей лечилось от рака мозга. То есть у меня глиобластома 4-я степень. Операцию мне сделали в Магнитогорске 27 марта 2013 года. С глиобластомой живут год и 3 месяца. С глиобластомой умерла Жанна Фриски, с глиобластомой умер Михаил Задорнов. И еще многие люди умерли с глиобластомой. Потому что где они ездили, там это все не лечится. То есть все думали, что это будет Израиль, все думали, что это будет Америка, все думали, что это будет Германия, все думали, что это будет Соединенные Штаты, это Великобритания, все думали, что это будет Латвия. Этого нигде не лечится вообще, уж поверьте мне. Вот. Лучшие места для лечения рака – это только коммунистические страны. То есть оптимальное и качественное лечение рака – это, естественно, Куба. Затем идет Китай. После этого, я думаю, что идет Япония. Там тоже красиво все. И уже где-то, наверное, уже потом идет Израиль. Ну, думайте сами, господа. Теперь цена вопроса. То бишь, деньгов у меня сюда, вот в бошку мою влетело там $110 000. Но это еще не сильно много, потому что есть люди, которые лечились в Германии. Правда, не с Г4, а Г3 у них было. То есть, анапластическая астроцитома. Они туда влупили $500 000. Так, неплохо, да, ведь влетело? Вот. Но, тем не менее, я сейчас нашел те места, где вы можете лечить рак. Никаких проблем нету. То бишь, давайте определимся. Меня интересуют две страны, естественно, Китай и Куба. То есть, когда я приехал в Китай, мне сказали: Алексей, мы сделаем так, что твой рак никуда не уйдет. То есть, ты будешь с ним жить, но мы сделаем так, чтобы рак был не перед тобой, а за тобой. Я говорю, это неплохо. То есть, я знаю, как бороться, знаю, как не допустить развития рака, естественно. И я приехал туда на всекитайские слеты апитерапевтов. И мне показали укусы пчел, куда их надо ставить. Сейчас объясняю ситуацию. Берете две пчелки. И ставите их вот сюда. То бишь, это туда, где вот мышцы втыкаются в вашу голову. Вот здесь две точки. Сюда и сюда ставите. Через 3 дня, не через 3 дня, а через 4 дня, то есть 3 дня необходимо отдыха, вам необходимо еще поставить. И так вы должны поставить 10 укусов пчел. Ну, то есть, понятно, да? 10 разделить на 2, 5. И вот после этого вы живете еще 2 недельки. И после этого продолжаете. То есть, вы можете любую форму ракового заболевания в вашей голове отложить на очень-очень долгое время. С этими делами необходимо жить постоянно. Ну, я не вижу тут особых проблем. Я укусы пчел терплю. Мне, кстати, не очень нравится. И все. И можно жить. И можно жить, и никуда далее не ездить. Это уже о чем говорит? О том, что вы можете посмотреть меня и сделать это абсолютно бесплатно для себя. То есть, это уже ноль для вашего бюджета. Теперь вопрос номер 2. Я не буду ничего говорить про демократию американских стран. Это тема отдельной беседы. Вот я просто поехал на Кубу. И на Кубе я туда приехал, и мне сделали вот такое лекарство. То есть, вот это называется Видатокс. Если вы сильно хотите это дело посмотреть, Видатокс. Может быть, так увидите, без разницы. Вот вам для лечения рака мозга необходимо выпить 2 такие упаковки. То есть по 5 капель через 12 часов, по 5 капель в течение 4 месяцев. И у вас уже, я так понимаю, рака мозга не будет. Нормально? Вот так вот. А если у вас возникают какие-то проблемы с вашим раком мозга, вы можете позвонить по моему телефону. Сейчас я его указал внизу. То есть в любое время звоните, никаких проблем нету. Нормально? Нормально. А теперь я объясню, почему я хорошо лечу рак мозга.
And this is will be on English, please. As you can see, I have glioblastoma G4. It will be operated after 27 March 2018. In Magnitogorsk, of course. They can take my brain here. You can see? They take my brain. Approximately. Yes, yes. And after, it will be chemistry, radiotherapy. Cool. Cool, cool, cool. I can do it. Yes. And after, and of course, I want to understand where we can use our chemistry or maybe another kind of poison for cancer brain in whole world. And of course, I knew that the first time it will be, I will go into China. I will be going to China in 2015, of course. And I will be on the Chinese apitherapy from all China. At approximately 2 milliard people living in China, it's one day in Beijing. I can do it. And of course, the people told me that it will be too poison of bee. You understand bee? Yes, of course, you know bee. Too poison of bee. I can show you what the place you can make a bee poison. Here. The neck and hair. Approximately hair. You can see? Two poison of beer. Smith, two beer poison. Sorry. Okay, yes. And after 3 days or 4 days, it will be another poison. Another bee poison. And of course, it will be 10 bee poison. Just cross it, 5-5, of course. And after 2 weeks, you can do it again. And after, you can do it again. It will be the brain cancer, not be here and up. It will be good. You can use it. And you can live as much as possible. As you can see, I have a glioblastoma G4. And of course, before this, I can use and understand the people, the country, when you have control brain cancer. The first of all is the communist country. The first is Cuba, the second is China. Maybe at the third, Japan. And of course, maybe, I don't understand, Israel on 4 or maybe 5. After, or lower than Turkey, it's Great Britain, of course it may be USA, of course it may be Germany. As you can see, when I'm talking, I understand how much people are living with the brain. And of course, there is not a capitalist country, trust me, not yet. After, I can show and I can understand how much Cuba make brain cancer for me, of course. And I'll go into Cuba. In Cuba, I can hear this point. This is the blue scorpion poison. Here, you can read it. V-detox. Here, 5 drops until 12 hours, approximately on 4 months. 4 months, 5 drops until 12 hours. And you can see, there is no problem for you. And if you need it, you can put it, you can show, I can tell me my phone number. As you can see, you can write for me at any time and any place. If you can use English, of course. And I can told you how you control the brain tumor. As you can see, in Russia, with a glioblastoma, and maybe in USA, maybe in any country with glioblastoma, the people who can live is approximately 1 hour and 3 months. But I am living at approximately 5 years and a half. It will be good.
And you can understand how you cannot using so much money like me. As for me, I can pay 110,000 United States dollars. Yes, yes, yes. But if somebody can told me there is not so much money. As you can see, the first of all, using Cuba, it's approximately $15,000 you can do it. It's not problem for you. Cool, cool. Maybe we can live with our brain cancer together.